Еще одно поручение, которое во время заседания Нацсовета озвучил президент, касается грядущих изменений в трудовом законодательстве. Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на казахстанские предприятия существенно сократят. Сейчас в стране могут трудоустроиться 49 тысяч иностранцев, в следующем году 29 тысяч. Кроме того, все предприятия, на которых трудится больше 250 человек и привлекающие больше 30 иностранных работников, будут регулярно проверять. В этом году в 95 компаниях выявили 930 нарушений. Эксперты положительно оценивают инициативы главы государства и называют их началом масштабных изменений, которые укрепят диалог власти и народа. По политическому блоку на самом деле очень важно. Те вещи, которые давно назрели, это митинги, это декриминализация определенных статей Уголовного кодекса, это закон о партиях, конечно же. Может быть, я вот понимаю, что сейчас как бы еще больше люди ждали, ну что вы там 40 тысяч, 20 тысяч на 50% сократили, давайте 5 тысяч сделаем или там 1000 сделаем. Но я считаю, то, что много лет обсуждались эти вопросы и сейчас вот принято волевое решение, это уже серьезный шаг вперед, серьезная заявка.